Приветствую, мои дорогие друзья, а также все гостей моего канала. Всем доброго времени суток. Заждались? Не ждали, а я вернулся. И сегодня, ребят, у нас очередная прокачка аккаунта казаха особым предложением. Постараемся сегодня выбить ему много всего интересного, много всего крутого за всего лишь каких-то 15 рублей. А для вас я подготовил новую крутую штуку. Сколько мы под этим видеороликом наберем лайков, на такое количество алмазов я и прокачаю нашего следующего участника. Если набираем 500 или 1000 лайков, или 2000 лайков, тогда буду прокачивать. В общем, смотрите. Набираем 500 лайков, прокачиваю следующего участника на 500 алмазов. Набираем 2000 лайков, прокачиваю на 2. То есть, сколько вы наберете лайков, на такое количество алмазов я и прокачаю следующего участника. Всем желаю приятного просмотра, а мы приступаем к оформлению нашей особой посылочки. Ну что, покупаем особое предложение. Сейчас вы увидите, насколько можно выбить много всего интересного. У нас имеется 300 алмазов и 20 лутбоксов. Да? Заходим в джекпот. У меня, ребят, чуйка. У меня чуйка! Что я выбью оружейный джекпот. Ребят, не переключайтесь, не перематывайте. Смотрите, как сейчас я выбиваю. 4 попытки, и он наш. А раз, ничего не будет. 2, ничего не будет. 3, ничего не будет. И я предсказатель оружейных джекпотов. Сейчас ты выпадаешь. Выпади! Изи! Оружейный джекпот у нас есть. Просто изи! Ребят, ставьте лайк, пишите обязательно позитивный комментарий. Смотрите, что мы сейчас еще выбьем. О, еще пыточка. Ну ладно, оставим. У нас еще есть алмаз. Блин, вот с алмазным уже посерьезнее будет. Ну погнали. А раз! Нет. Пожалуйста, га! Нет. Обмен. У нас еще есть одна попытка, чтобы вы понимали, ребят. Еще одна попыточка. Не знаю, насколько алмазный нам поддается или не поддается, но скорее всего мы его не выбьем. Да, не выбьем. Но у нас еще есть оружейный джекпот, ребят. Смотрите, что у нас еще впереди есть. Смотрите. Погнали. Е-е-е! 24 часа. Маловато, братишка, братишка. Не-не-не, тормози. Давай нам на... Хотя бы, ребят, да, 7 дней, хотя бы, ребят. Ну, хотя бы 3 дня, да? Ну, согласны? 3 дня СКС. Хорошо, молодец. 3 дня пойдет. Давай еще нам хотя бы еще 3-троечку. Молодец, какой ты послушный у меня, троечку. А давай-ка еще 24 часа. Молодец. И теперь троечку. Нет, 24 часа. Блин, ну ладно, ход послушный. Давай. Есть. 7 дней МП-40. Хорошо. Хорошо. 3 дня, Скар. Да ну того. 3 дня еще. Изи. Поехали дальше. 24 часа мало, и скорее всего будут тоже 24 часа. 7 дней еще МП-40! Есть, нормально, пойдет. 7 дней! Мощь. 3 дня, пойдет уже 10 дней. 7 дней! 17 дней! 7 дней! Ошалеть, 24 дня, что? 3 дня... 27 месяц, ребят, месяц можно играть за дробаша. 3 дня, хорошо. 24 часа маловато. 24 часа маловато. 3 дня, хорошо. И давай на постоянно. 7 дней. Изи. Изи АК дракон. Очень топовый скинчик на АК. Очень. Но я считаю, ребят, нормально. Выбили ему много оружия, на которые можно поиграть. Много выбили, отвечаю. Он может просто месяц почти играть с этих оружий. Но это реально очень топово. Пускай парнишка играет, тренируется, да. Я считаю, для игр пока ему хватит.
Ребят, с вами был Дистари. Спасибо всем за просмотр. У кого есть такие особые предложения за 15 рублей, обязательно пишите мне в ВК, ссылочка будет в описании. Всех люблю, всех обнял, всем пока-пока.